молодой человек. А что, пломбир закончился? Пломбир «Русский холод» разлетается со скоростью вкуса. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. Мороженое «Русский холод». Каждый найдет свое любимое мороженое. Сладкая прохлада на любой вкус. Спрашивайте в магазинах города. А теперь о прогнозе синоптиков. В предстоящие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится. Урал и Западная Сибирь останутся во власти ненастного циклонического вихря, надежно обосновавшегося над центральными районами Тюменской области. В Тюмени плюс 12-14, кратковременный дождь, возможно гроза. В Челябинске плюс 15-17, кратковременный дождь. В Екатеринбурге плюс 12-14, кратковременный дождь. В Кургане ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 6,8. Днем в Кургане облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15,17. Атмосферное давление повысится. 8 июля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!